я буду на связи. Аккуратная диверсия. Это мой конек. В жизни все равно нет смысла. Доставку приносят на другой вход. Я внутри. Хорошо. Теперь попробуй забраться в ангар. А я пока отвлеку их внимание. Очень хитро. Не зря же я пришел. Очень хорошо. Я поднялся на крышу. Скоро доберусь до центра управления связью.
держать строй! Безопасности тут. Хорошо. Я тоже продвигаюсь вперед. Thank you.
подышишь свежим воздухом, когда выйдешь из склада. Снял? Ты сумасшедший. Все, я внутри. Ищи самую большую платформу. Пульт управления внутри. Это может быть обычный компьютер. Ясно. А у вас как там дела? Хорошо. Я приду в диспетчерскую и устрою полный хаос. Очень хорошо. Я готов. Как только ты закончишь, я инфицирую системы. Стреляй! Стреляйте!
нашем распоряжении. Можете долететь до Токио, если хотите. Возможно, я так и сделаю. Спасибо. Теперь моя очередь. Видишь? Полный хаос. Даже крышу понемногу. Ви, крыша, уходи через нее. Рядом несколько зданий поменьше. По ним ты спустишься вниз. Ви, лучше поторопись. Арасака вызвала Ави. Сработало. Неплохо, Ви. Так, что теперь? Теперь тебе и мне надо отступить в тень и вооружиться терпением. Я свяжусь с тобой перед началом парада. Постарайся держаться подальше от неприятностей. Как будто это я их ищу. Вот.
теперь лярга ты. 9999. Trauma team. Dry, sun-filled week coming your way, Night City. But soak in that sun while you can. There's a cold front moving in. Prepare for cooler conditions as we head into the weekend. Trauma team will be there. Sign up for our platform. Парад скоро начнется. Я буду ждать там же, где раньше. У стоек? Только не привлекайте внимания. Вовремя. Привет, Гуру. Выглядите на все 100, а то и больше. Правда? Я чувствую себя по-другому. Я попробовал ваш местный бургер. Ага. И как он вам? Легко зашел? Спроси у людей внизу. Парад уже скоро начнется. Я скорректировал данные о Кабе. Советую ознакомиться с ними перед началом. Для начала, вирус действительно работает. И намного лучше, чем я ожидал. У нас есть глаза и уши в комнате охраны. Я проверил камеры и теперь знаю, на каких позициях сидят снайперы. Их трое. Нужно нейтрализовать их всех, пока они не сделали это со мной. К ним можно пройти разными путями. Первый близко. С ним проблем не возникнет. Со вторым хуже. До него надо сначала добраться. Ну и, наконец, третий из них спрятался на мосту над улицей. Мы вот здесь. Платформа Ханако-сама остановится здесь. Рядом будет аварийный выход, через который мы уйдем в конце. С этих точек ты сможешь увидеть весь парад как на ладони. Только осторожно. У снайперов обзор еще лучше. Если они тебя заметят, бам, и нет вора. И это не самое страшное. Я должен буду запрыгнуть на платформу, залезть внутрь, через окно, и встретиться лицом к лицу с Ханако-сама. Последнего я боюсь больше всего. Ну как, все ясно? Ты готов?
Погодите. А у нас есть запасной план на всякий случай? А как ты думаешь? Все думают, что я предал Арасаку. Мне предстоит разговор с сестрой генерального директора. У меня нет запасных планов. Должен сработать этот. Я готов. Вопрос, готовы ли вы? Я разработал план, так ведь? В нем упущена одна довольно важная деталь. Ваш друг Ода. Ода — человек чести. Он никогда не причинит мне вреда. Ага. До тех пор, пока вы не свалитесь на голову Ханака. Я понимаю, о чем ты. На первый план выйдут инстинкты и рефлексы. Значит? Значит, мы будем надеяться, что я все еще быстрее него. Удачи вам, Гора. Даже зря. Готов. Ну что ж, начнем. Разберись со снайперами до того, как появится платформа Ханаку-сама. Это
устал уже. Давай быстрее назад. Ты уже близко. Он почти что перед тобой. Он следит за толпой. Назад не смотрит. И очень даже зря. Полвека спустя Найт-Сити снова станет свидетелем того, как испытания делают корпорацию Арасака еще более сильной. Это происходит здесь и сейчас. Слушайте, потому что мы не будем. Ближайшего. Тебе нужно попасть на балкон около зеленой стрелки и сесть в лифт. По мосту наверху ты перейдешь через улицу. Знаю, с кем он разговаривал. Это грёбаный Адам Смешер. Мужик, который тебя убил. Да он давно уже не человек, блядь. Но это очень хорошо. Я рад, что он здесь. Ты рад? Раз уж я проснулся после смерти Сабура Арасаки, придется довольствоваться одним Смешером. Что? Тебе придется? Ты-то ничем не рискуешь? Ну ладно, ладно, на. В конце концов, решающий выстрел предстоит делать тебе. Попробуй пройти в техническую зону. Оттуда можно забраться выше.
Слишком хлипкий этот мостик. Ты уверен, что Такемура не хочет тебя так элегантно обнулить? Блять! Чуть не упал! Осторожно, не привлек. Я был прав. Молчание — это не золото. Это отзвук погашенного. Вниз. Только будь осторожен. Да, вот так. Не торопись. Сорвешься ты, сорвется весь план. Именно здесь, 50 лет назад, наши враги показали свою подлую террористическую века спустя Найт-Сити снова станет свидетелем тому, как испытания делают корпорацию Арасат еще более сильной. Это происходит здесь и сейчас. Слушайте, потому что мы не будем молчать. Молчание — это не долг. Это подвиг погасшего плана. Сабуро Арасава в лагере военнопленных 3 марта 1942 года. Через месяц после того, как его истребитель был сбит над островом Гуадалканал. Сабуро Арасава, пилот 3-й эскадрильи, в звании старшего сержанта, основатель и генеральный директор величайшего оружейного концерна в истории. Солдат, предприниматель, визионер. Мой отец. Сегодня я обращаюсь не к его друзьям, членам семьи и деловым партнерам. Я обращаюсь к его врагам. Эти слова звучат здесь, в Найт-Сити, совсем не случайно. Именно здесь, 50 лет назад, наши враги показали свое истинное лицо. Подлый террористический акт унес 4000 жизней. Жизни служащих корпорации Арасака, граждан Найт-Сити, Арасака Тауэр Руфа. И все же, ее шпиль по-прежнему возвышается над крышами небоскребов. Он стал еще крепче и выше, чем когда-либо. Недавно мой отец пал жертвой такого же подлого преступления. Тот, кто убил его, пытался разрушить ценности, которые мы все разделяем.
И полвека спустя Найт-Сити снова станет свидетелем того, как испытания делают корпорации. Это происходит здесь и сейчас. Слушай. Еще пара метров, и снайпер твой. Это отзвук погасшего пламени. Цель поражена. Да, именно так. В глубине комнаты есть дверь, которая ведет на лестницу. Это кратчайший путь к следующему снайперу. Он высоко забрался. До связи. Ви, это снова Ода. Послушай. Сообщить о нарушении в системе безопасности. Ее нужно эвакуировать немедленно. Арасага в состоянии защитить своих руководителей. Я отнесу тебя на могилу! Что твоему боссу важнее? Репутация Арасаги или жизнь сестры? Ситуация под контролем. Конец связи. Ты слышал? Они начали беспокоиться. Нам надо спешить. Сколько говоришь? Семейная страховка? Небогато. Ладно. Эй, алло! Ты где там? Выходи, не бойся, мы тебя не тронем. Прятаться не в твоих интересах. Вылезай давай. Выходи, не бойся. Мы тебя не трогаем. Прятаться не в твоих интересах. Вылезай давай.
А? Попробуй пройти в техническую зону. Оттуда можно забраться выше. Если не получится, пройди по этому же мосту направо. Не забывай о двигателях под платформами. Пригибайся, иначе останешься без головы. Оно того не стоит.
скажу, я тебе не завидую. Ничего, ничего. Вот, кажется, и все. Кажется, да. Очень хорошо. Осталась одна проблема. Какая еще? Нетранер Арасаки. Она взяла под контроль все сети. Надо от нее избавиться, иначе у нас не получится перехватить платформу. Она прячется в недостроенном доме, недалеко от позиции второго снайпера. Хорошо, иду к ней. Дело. Хватит работать, пора отдохнуть. Как же без вас-то? Ты
меня получилось. О, да. Он умер? Он дышит. Пока что. Прошу тебя, Ви, пощади его. Больше тебе уже ничего не помешает. Нужно как можно скорее двигаться дальше. Так, все получилось. Я в системе. Танака внутри. Что она делает? Пытается кому-то звонить. Отслушай. Не забудь выключить сигнализацию. Тогда я смогу войти. ハレドを中止すれば弱さを呈した。と思われる弱さ誰の？あなたの。俺たちだ。私が参加したのは、あくまでもお父様を追悼するため、操り人形になるためじゃないわ。この店も抜けは、みんなに役割がある。ミチコは文句を言ってないぞ。だが、お前が言うなら中止してもいい。全部やめだ。お前の安全が第一だからな。 兄さん、やり終えましょう。ありがとう、花子。せっかくの式典だ。やり終えなければ悔いが残る。ゴロ、системы заблочены. Можем начинать. お父様。花子様。あなたは。お許しを。どうか話だけでもお聞きください。 サボロ様は父のことを口にしない。これが俺にできる最後のご奉仕なのです。サボロ様の死について真実を明かすことか。花子様、ボロやはたらきってかりません。しかし、ビディ、ビディ、ブリッ、ブリッ、ブリッ。 Он ее грохнул. Не знаю, что он сделал, но мы в полной жопе. Знал, что ему нельзя доверять. Надо было держать его в узде. Ноги в руки и сваливать. Да, пока что. Вы о чем вообще думали? Нет времени объяснять. Найди меня. И где вы? В заброшенном комплексе апартаментов на Вайн-стрит. Третий этаж. Номер 303. Постучи 4 раза. Быстрее. Как я выгляжу? Пора выходить. 3, 2, 1. Здравствуйте, с вами Джиллиан Джордан и новости 54 в прямом эфире из Джапантауна, где парад в честь покойного Сабура Акасаки окончился массовой паникой.